озвучено хорошо, хороший текст. Ну, я вот уже с несколькими разговаривал сегодня. Вообще, когда мы сталкиваемся с музыкой Баха, это разговор о правильности интонирования. Потому что у Баха очень часто встречаются узнаваемые мелодические обороты, которые имеют определенный символический смысл. Даже это ты уже знакома, ты уже не одну прелюдию, фугу играла, я знаю. И вот вопрос, как это синтонировать, исходя из его содержания. Вот, например, здесь есть одна очень интересная символическая фигурка, которая, даже две таких очень ясных, которые о многом могут говорить. И первое – это вот это вот. Не помнишь, что она означает? Какой символ это? Вот смотри, помнишь, есть такая? Вот та же самая фигурка. А потом... И эта же фигурка у нас вот встречается, смотри. Да? Потом она и там еще бы. А потом начинается. Пардон. И опять. Вот эти две фигурки имеют определенный символ. И недаром на этих фигурках построена вся вот эта вот инвенция двухголосная. Вот эта фигурка часто используется Бахом, когда речь идет, это взято из хоралов. В хоралах это пребывание в радости. Прибудьте в радости, когда вы видите Бога. И когда вы чувствуете Бога, когда вы обращаетесь к Богу. Вот это состояние радости. И там у него есть хорал. Пожорные. А вот это... Вот опять же я хочу обратиться к си-бемоль-мажорной инвенции, потому что тут очень много их объединяет. Когда начинается вот это... Вот эти вот тут... Наверняка я играла, да? Вот эта фигурка, та же самая, что наверх, только в обратную сторону, как бы. И она уже как бы символизирует «чти заповеди». Там «не убей», «верь в Бога», «не укради» и так далее. Вот эти 10 знаменитых заповедей. Почему это здесь в миноре? Но смысл вот этих символов, мотивов, для чего-то же поставлены, но она здесь в миноре. Я думаю, что это как раз взгляд в будущее. Здесь смысл распятия, когда интервалы в разные стороны. Вот чти Бога, чти 10 заповедей и будь в радости, потому что уныние – это тоже грех. Это ты знаешь. Поэтому вот этот смысл, вот это его пребывание в радости, она не на первый план даже выходит. Мелодия здесь. Она ласковая радость, как говорится, тихая радость. А вот будет тебе счастье, это называется, если ты будешь чтить своего заповеди. Поняла, да? Это все окутано такой печалью и теплотой. Ощущение того, что впереди в фуге нас ожидает распятие Иисуса Христа. Теперь вот эта вот интонация в начале – это терции. Терции символизировали в эпоху барокко не только у Баха, но и у всех. Это любовь, дружба, сочувствие. Поэтому вот это вот тут движение нужно объединить этими терциями. И заканчивается, в конце концов, терции. И начинается с радости. Не а за так. Интонирование, поскольку речь идет о голосах и о правильной, красивой речи, риторике, которой обладал Бах, и изучал это, и учил этому правильному произношению. Грамотный человек с правильным произношением – это тот человек, который в первую очередь правильно ставит акценты. Правильно? И мы определяем, насколько человек образован, когда мы слушаем его речь, насколько грамотно выстроена акцентировка в словах и насколько грамотно он строит предложение, даже вот интенционно. Вот. А насколько правильно он строит предложение? Вот когда что-то он как-то не очень понимает смысл того, что он говорит. Потому что если есть какое-то напряжение, значит, интонация напрягается. Тем более, если в этих словах есть смысл, как в этих символах. Поэтому вот уже первое, вот эта терцовая любовь какое-то, обожание. Ну, обожание кого? Конечно, Бога. Должно объединиться не просто... Вот это... А это уже... Когда повторяющиеся нотки, это шествие. Это шествие. Это еще не волнение, как, например, в ре минорной. Повторяющиеся нотки. Это волнение, тревога. А здесь это шествие на Голгофу, как в этом. Ты знаешь же эту прелюдию? Си бемоль минор. Поэтому вот это, что-то в этом есть. Это весь такт, это вступление. А вот это слезы. Поэтому можно даже сделать как бы вот такое небольшое крещендо. Я люблю, когда трель вообще заканчивается нахшлагом. Вот как, например, вот здесь ты играешь в конце. Вообще длинные трели всегда у Баха заканчиваются нахшлагом. Муджелини, ну-ка я посмотрю, вот тут у меня есть другая редакция, Диденко. Что он по этому поводу тут пишет? Ну, он ничего не пишет. Ничего не пишет. И вот эти темы, вот этих, которые я сказал... Ну, в принципе, ты можешь вполне закончить... Вот так вот раньше. Ну, это на твое усмотрение. Можешь делать, можешь не делать. Просто как-то она так заканчивается, не закончена, правда? И, собственно, начиная вот это интонирование. Шествие поднимается, опускается. Поэтому вот это вот эмоционально. не потерять движение здесь. Вот здесь делай такие вот волны. Вообще, многие замечали, исследователи Баха, что сюжет вот этих прелюдий и фуг связан, в общем-то, с евангельскими темами, как правило. Как почти все, там разные циклы в Евангелии. И вот это прелюдия фуги, это посещение, это Елизавета, как сказать, пришла страдающая Елизавета, она мать Иоанна Крестителя, которого тоже голову отсекли. В общем, там все очень трагично вот, в Евангелии. И вот она пришла к Деве Марии, к матери Иисуса Христа. Вот она жалуется на то, что и отсекли голову ее сыну. Тоже горе большое. У этой распяли, у этого отсекли голову. Видишь, какой-то триллер просто получается. И вот это вот, поэтому терция, вот эта любовь Девы Марии к Елисавете, она должна быть мягкая. И поэтому вот тут, вот это пребывание в радости, оно печальное. Потому что мы должны пребывать в радости. Здесь, может быть, мне проще смотреть по этим нотам. Тут в Муджелине много все написано, всяких лик, поэтому трудно ориентироваться. Тем более, вот эта вот тема здесь в фуге, это тема из хорала. «О, Господь, моя душа должна хвалить Тебя». Хорал так называется. Ну, давай пока вернемся к этому посещению. Попробуй сделать вот эти вот волны через мягкие терции сочувствия. А вот у тебя стоит по слогам, а? Здесь очень опасно и важно взять неточный темп. Если мы возьмем чуточку медленнее, мы должны все-таки смотреть на размер. 4 четверти. Это не получается 4 четверти, получается 8/8. А Бах точно ставил. Он даже ставил, например, у него есть 16/16, там, или 3/2. То есть такие темпы, которые нигде не встречаются больше. Для него обозначение темпа – это обозначение размера, это и где-то ответ на то, какой должен быть размер. Он бы мог спокойно поставить 8/8. У него есть такой размер тоже у Баха, 8/8, но он поставил 4 четверти. Значит, мы должны объединить 1, 2, 3, 4, поэтому... Иначе мы превращаем 16-е в 8-е, а 8-е в четверти. Поэтому вот объедини это движение. Сюда, вот это подъем, потом сюда, потом сюда, потом сюда, потом сюда. Да, не теряй движение. Да. И на этом фоне вот эти вот слезы горя. Это, вот это фон, это страдание, внутреннее волнение. А тут, да. Да. И получается ти-ра-ди-да-ди-да-да-да-да-да. Вот это символ пребывания в радости в обратную сторону. Какая радость, если в движение вниз? Но символ-то этот. Внимание я бы здесь сделал на вот эти вот жалобные секунды. И здесь вот, например, смотри, появляется синкопа. Я бы бас немножко убрал, а наоборот показал ре, а это разрешение. Потом можно опять синкопу с акцентом, а это с разрешением. Вот у меня нету карандаша, нет карандаша? Чтобы... Понимаешь? А это, ну, простит меня Господь, Бах, аккомпанемент. Это просто внутреннее состояние. А, собственно, мольба и страдания вот здесь, в этих секундах. Тогда, а если мы... Это не тематизм. Тематизм вот он. Вот очень сложный момент перейти после этого такта вот на этот, чтобы не потерять темп и переключиться на левую руку. Давай еще разочек. Здесь тоже у нас есть. Хорошо, хорошо переключилась и сыграла это, эти интонации показала. Ты знаешь, а я бы вот эти вот ходы сыграл нон-легато. Ну, ты можешь играть их и легато, но покажи вот эту весомость. Потому что тут получается, наконец-то, впервые такая ярко выраженная кварта, которая имеет смысл веры в Бога, неистовой веры в Бога. И вот этот си бемоль в левой ручке, я бы его тоже сакцентировал, чтобы нам получить вот эту септиму и ее разрешить на ля. Потом взять соль, чтобы септима была шла. Если мы ее возьмем тихо, на септимы нет. Поняла, да? Какой? Потому что они синкопы, их всегда можно брать с акцентом. Здесь хорошо все сделано. Давай теперь прямо вот этот ход. Со. Нет, только... Вот этот акцента не может быть. Нет, ты делаешь акцент на си бемоль. А у нас ты лучше более весомую возьми нотку соль. Нет, это под одной лигой это можно. Вот эти 32-е очень мягенько приласкай пальцами. А зачем здесь акцент? В левой руке можешь сделать. Да, я вот это, до этого мне понравилось больше, когда ты показала си бемоль. Но если ты си бемоль, смотри, тут отпустишь. Септима это же не будет. Теперь посмотри, здесь тоже появляется символ, но здесь мы поднимаемся наверх, все движение наверх – это воскрешение. воскрешении. Здесь у нас закончилось. И начинается, смотри, мотив. Вот у Баха очень часто встречается этот ход, символ. Это постижение воли Господней. Вот так же. Или из первой. Тут вера, кварта, а тут постижение. Самое первое до-мажорное прелюдия, фуга. Или там ре минорная. Три кварты, троица. И вот здесь идет постижение воли Господней. И вот это символ креста. Тоже у Баха сплошь и рядом. До этого он не встречался здесь. А тут он... Поэтому это тоже надо показать. А вот правая рука, на мой взгляд, это фон. Пойдет опять вот то, что было здесь. Это понятно. Поэтому давай вот это на ля закончить, а отсюда начинается мотив. И правая опять. Нота, нота. Не только это объединить ласково. Уходи вниз. Чти. Стойка и стойка, мы их посчитаем. Мне даже самому стало интересно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ровно 10. 10 заповедей. И он 10 раз это и проводит. Смотри. Ой. Раз. Второй. Третий. Дальше. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. 9 и 10. Все. И больше нету. Для Баха это всегда было существенно. Цифровая еще символика. Вот это лишний раз подтверждает, что это мотив 10 заповедей. Поэтому их надо ласково сказать, но достаточно уверенно. Даже можно так сыграть. Вполне можно показать именно эти 10 заповедей. Кстати, вот в этих, чтобы не быть голословны, вот в си бемоль-мажорной инвенции, вот они. Ровно 10 раз идут. Да еще в дециму. А децима – это 10 цифра. Октава 8, нона 9 и децима 10. То есть, как много даже цифры имели значение для Баха. Его можно разгадывать как кроссворд, как, знаешь, как ребус какой-то. Но настолько это интересно, потому что связано это все с Евангелием. Так, вот остановились там. Чтобы вот правая рука легата, внимание на заповедь. последние заповеди. И пошло пребывание в радости. Чтобы пребывание в радости было немножко печально. Да. Заповедь свой до сюда, длинное до это тихо, си тихо. Смотри, какой интервал. Это интервал унижения, септима. Поэтому вот тут это показать. И начинаются хроматические ходы. Это всегда предел волнения. Давай отсюда вот прямо. Поэтому, пожалуй, это будет у нас здесь кульминацией. Вот следи, Наташенька, у тебя всегда немножко выталкиваются нотки те, которые начинаются группа этих 32-х. Вот и тира, да-да-да-тара, да-да-да-тара. Молодец. Радость. Можно не спешить. Теперь фуга. В фуге ты хороший текст очень играешь. Но не всегда понятно, а что является для тебя здесь, например, более важным, а что менее. Вот, например, в экспозиции вот это четырехкратное повторение темы должно быть точно выявлено. Потом вот это. И. А после этого вот эти интермедии, которые между ними соединяются. Вот тут Муджелини тоже даже немножко отметил другой динамикой. А вот это все провести достаточно внятно. До сих пор довести. Только вот здесь можно динамику. Понял? А у тебя немножко пестровато по динамике. Прямо одинаково это все проведи. И всегда длительности, которые немножко длиннее, они играются чуточку ярче, потому что они быстрее затухают. Вот давай начни еще разочек. Да. Вот обычная, ну, такая неудобность интонирования у студентов, когда идет ритм та-та-там, та-та-там. Как правило, выскакивают проходящие нотки. Вот. Это что же? Пребывание в радости. И уйти немножко, чтобы пригласить тему. Но не ес. Если вот так, это будет резать ухо. Вот то же самое. Вот тут особенно. От того, что здесь неудобно, значит, немножко ушками точнее слушать это, чтобы слабые доли не вытолкнулись. Нет, ты потерял уже тему. А ты увлеклась уже вот этим и уже тему потеряла. Нет, она последнее проведение. Уже четвертое. Раз, два, три. Четвертое проведение темы, четыре голоса. Последний раз. Потом пойдут длинные-длинные интермедии. Поэтому ее надо достаточно весомо показать. Тут уже и закончилась экспозиция, и пошла в мажоре эта тема. Уже совсем другим характером. Вот давай, доиграй еще раз эту тему. Да, да, хорошо, только смотри, вот здесь вот надо заново не начать вот это ми, фа, соль, фа. На легато было. То же самое, Наташенька, следи, что не получилось. Нет, а вот этот ход соль можно показать яснее. Это наш синкопа. Поэтому соль можно ярче взять, она забирает потом сильную долю-то. Да. А вот здесь вот Черни написал пьяно. А мне кажется, надо это все играть. Мы же приходим в мажор, а ты как-то робко. Я не вижу смысла здесь уходить на пьяно. А вот тут такая немножко мажорная, счастливая тема. Так что давай вот эту третью строчку. И не уходи. Здесь я посмотрю другую редакцию. Там наверняка никто никуда не уходит. Да, ничего нету. До конца вот тут все. А вот тут можно тише начать, чтобы вот эту светлую радость такую изобразить. Ну давай. Тоже. Следи, Наташенька. Это у всех это... болезнь. У всех. И радостно. Тут то же самое, у всех начинается акцентироваться вот это пребывание в радости и тоже и чти заповеди. Не начинать знать, где эта фраза уходит. Нет разрешения. А ты дело в том, что ты после восьмушечки размахиваешь пальцем, и невольно у тебя выскакивает эта интонация. Нет, аллигато поиграй. Конечно, и тебе же будет легче, а потом тоже налегаю. Конечно. Ладно, и здесь все то же самое. Теперь вот к этому месту надо мне подойти. Вот. Вот этот ход. Здесь надо разделить, вот смотри. Вот этот голос немножко должен перекрыть средний голос. И когда появляется следующий длинный голос, ты не должна убирать тот, что был в верхнем голосе. Смотри. Вот этого не должно быть. Секунда. Квинта. Кварта должна звучать. Терция. А ты немножко, когда заканчиваешь мотив верхний, ты не средний голос бросаешь. Вот все время правую руку. Да. 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 Молодец, молодец, очень хорошо. Дальше тут, в принципе, задачи те же самые будут. Теперь вот этот последний завершающий эпилог. Вот тут я согласен и с редактором, который поставил фортиссимо. И вот этот ход. Прибудь в радости, как бы говорит. А ты почему-то решила... Ну какая же это радость. Я бы до конца это форта и держал. До конца доведи, кончилась такая грандиозная фуга. Только вот тут у тебя-то рука хорошая, чё ж ты? Ну и что он написал первым пальцем? Это должно прозвучать на легато. А что Диденко тут предлагает, я гляну в эту редакцию? Какую аппликатуру? Ну, такая же, да. Ну, надо постараться тогда как-то педалью соединить. А то она получается такая у тебя танцевальная. Конечно, конечно. Ну, в принципе, молодец. Очень хорошая будет прелюдия фуга. Есть вопросы? Нет, все в порядке. Все, так осторожнее тут.